Приветствую вас, друзья мои. С вами опять Садреддин. В этот замечательный, прекрасный весенний день, находясь на Бродвее в Манхэттене, отдыхая вот так вот в тенечке, да, теперь уже приятно сидеть, оказывается, в тенечке. Хотя еще вокруг снежок есть, но все равно сегодня погода очень замечательная. И поэтому вот мы выбрали денечек, сидим, отдыхаем. Хочу вам рассказать, друзья, насколько хорошо быть инвестором. Если вы научитесь инвестировать, правильно делать инвестиции и извлекать прибыль, тогда вам не придется работать от звонка до звонка, работать на дядю, а будете вот так вот гулять, прогуливаться, наслаждаться прекрасной погодой, достопримечательностями города, где вы живете, или туда, куда поедете. И, как говорится, вы будете гулять, отдыхать, а бизнес ваш будет идти. Деньги ваши будут работать на вас. А как это делать, я вам расскажу, покажу обязательно. Вот в продолжении моего этого видеоролика вы это все узнаете. Итак, приятного просмотра. Итак, продолжаем. И как вам известно, я являюсь инвестором компании Atlantic Global Asset Management. Вот мы сейчас находимся на сайте компании. И я вот здесь вот хочу вам показать мой личный кабинет. Открываю личный кабинет. Здесь можно выбрать язык. Вот я вам сейчас продемонстрирую. Здесь очень много разных языков, и вы можете выбрать сами, какой язык желаете. Ну, я вам выберу русский язык, чтобы было более понятно. Входим в мой кабинет. И вот мой персональный кабинет. Пожалуйста, вот, значит, текущий счет за прошедшую неделю. Сегодня суббота, я веду запись в субботу. И за прошедшую неделю, там, с понедельника по пятницу, компания отработала. И я получаю за неделю 584 евро 30 евроцента прибыли от моих инвестиций. Я инвестировал 3099 евро 83 евроцента. Всего я инвестировал. И за счет реинвестиции от прибыли, вот когда каждую неделю поступает вот такая вот прибыль, я из них делал реинвест, и на сегодняшний день мои инвестиции составляют 11 070 евро. За все это время я немного иногда выводил и вывел 2330 евро 37 евроцент. Вывел себе на кошелек. И вот у меня на сегодняшний день работают портфели на сумму 11 070 евро. Я вот сейчас вам хочу показать, сколько у меня на сегодняшний день портфелей и какой портфель приносит сколько доходов в неделю. Я это вам специально показываю, чтобы вы знали, как можно, ничего не делая, но занимаясь своими любимыми делами, получать прибыль от своих инвестиций. Одним словом, вы не работаете ради денег, а деньги работают на вас. Деньги, которые вы можете инвестировать, они вам приносят прибыль. Вот я вам показываю мои пакеты, мои инвестиционные пакеты. Ну, мы их называем портфелями. Вот у меня, значит, один портфель за 270 евро. Вот он за неделю принес прибыль 11 евро 71 евроцент. Портфель за 270 евро
за неделю принес 11 евро 71 евроцент. Аналогично второй портфель за 270 евро и такая же прибыль за неделю. Третий портфель за 810 евро, который вот прибыль за неделю, вот последняя прибыль за неделю, принес мне этот портфель 38 евро 42 евроцента. Итак, портфель за 810 евро, если вы приобретете портфель за 810 евро, вы примерно в среднем будете получать за неделю 38 евро. Может чуть больше, чуть меньше, но вот в этих пределах. Очередной портфель еще за 2430 евро. Этот портфель у меня принес за неделю 125 евро 14 евроцент. Итак, портфель за 2430 евро может вам приносить в неделю 125 евро примерно. Следующий портфель мой за 7290 евро. Этот портфель мне на прошлой неделе принес 390 евро 24 евроцента. Итак, портфель, который стоит 7290 евро, может вам в неделю приносить где-то в пределах 390 евро. Я почему говорю где-то в пределах? Но это колеблется каждую неделю, там процент прибыли может быть чуть больше или чуть меньше. И вот я поэтому говорю в среднем. Вот такие мои, значит, инвестиционные портфели, которые мне приносят еженедельную прибыль. В общей сложности, как я вам сказал, все мои портфели принесли это на очередной неделе прибыль в количестве 584 евро 30 евроцент. Ну, из этой суммы я, как обычно, делаю очередную инвестицию, реинвестицию из этой суммы делаю и часть вывожу. Ну что, друзья, я, наверное, вам покажу очередной раз, как сделать реинвестирование вот с этой суммы, приобрести очередные портфели. Я вам предлагаю запомнить, значит, вот эту сумму, сколько у меня инвестировано, 11070 евро. И вот сейчас будем делать еще дополнительные инвестиции из моей прибыли. Предварительно давайте посмотрим опять мои портфели. У меня вот здесь один за 270 евро портфель, второй портфель за 270 евро. У меня два портфеля за 270 евро. Если я еще приобрету один портфель за 270 евро, то я их три одинаковых портфеля могу объединить в один за 810 евро. У меня будет еще один портфель за 810 евро. Приобрету за 270 евро один портфель и объединим. Итак, чтобы приобрести, нажимаем вот приобрести портфель за 270 евро. Вот купить нажимаем. Покупаем. Между прочим, вы можете покупать как за евро, так и за доллары. Вот здесь вот. Но у меня так как прибыль в евро, я приобретаю за евро. Нажимаем купить. Вот. Я приобрел портфель за 270 евро на 365 дней. У меня остается 314 евро. Так, делаем покупку. Завершающий этап. Так. Ну, я думаю, куплю еще второй портфель. Потому что у меня там 314 евро осталось. Хватит еще на один портфель за 270 евро. Вот.
Я покупаю еще один портфель за 270 евро на 365 дней. У меня остается 44 евро 33 евроцента. Делаем покупку. Нажимаю покупка. И теперь идем в мои портфели и смотрим. Вот у меня в моих портфелях один портфель за 270 евро, два портфеля за 270 евро, три портфеля за 270 евро и четыре портфеля. Теперь у меня четыре портфеля за 270 евро. Объединю три портфеля, поэтому я делаю, значит, объединяю. Так, делаем, переключаем радио кнопки. Это мы переключаем страхование. Мы доверяем компании, поэтому не страхуем. Если страхуем, то каждую неделю будем отчислять страховые отчисления. Так, вот. У меня обновился инвестиционный пакет. Значит, за 800 обновляю. Так, теперь вот смотрите. У меня вот три портфеля за 270 евро объединились вот с такими номерами, объединились в один портфель за 810 евро на 363 дня. Почему? Потому что там у меня два портфеля отработали по одной неделе. Подтверждаю. Так, идем дальше. Опять мои портфели. Вот теперь мои портфели. Значит, 810 евро, 270 евро и еще один 810 евро, 2430 евро и 7290 евро. Теперь у меня два портфеля за 810 евро, которые я могу объединить на следующей неделе, еще приобрести дополнительный портфель и объединить на следующей неделе. Так, здесь тоже страховку снимаем. Переключаем радио кнопку страхования. Все, страхование мы сняли. Идем на главное. Теперь у меня, друзья, осталось 44 евро. 3 евроцента. Я их выведу к себе на биткоин кошелек. Для этого на счет идем. Так, счет. Вот здесь вот мы, значит, выбираем операцию. Вывод. Вывод средств. Нажимаем вывод средств. Нажимаем далее. И выбираем, куда выводить. Я буду выводить в BTC, в биткоин. Нажимаю биткоин, BTC нажимаю. И внизу нажимаем далее. Далее. Вот здесь у меня, значит, уже стоит биткоин адрес проставлен, потому что я раньше выводил. Но этот раз тоже буду выводить на этот же адрес. Не буду обновлять. Буду выводить вот эту сумму, оставшуюся 44 евро 30 евроцента. Я их копирую, чтобы не переписывать, не ошибиться, чтобы. И вставляю вот сюда. И нажимаем далее. Вот так, ввел сумму 44 евро 3 евроцента и нажимаю далее. Так. Теперь вот сюда придет пин-код на мой email-адрес. Поэтому я зайду на
почту, скопирую пин-код, сюда вставлю. Идем на почту. Моя почта. Так. Здесь сообщение о приобретенных портфелях. Вот сообщение с пин-кодом. Я вот этот пин-код копирую сюда. Вот, вставляем пин-код. Нажимаем «Далее». И вот у меня, значит, текущий счет обнулился. Я вывел 44 евро с 30 евроцентов. И инвестиционная сумма моя вся увеличилась. Общая инвестиционная сумма стала 11 610 евро. Все. Все необходимые операции очередной недели я проделал. Теперь я опять же хочу посмотреть свои портфели. Еще раз вам показать мои портфели. Вот у меня, значит, мои портфели. Вот, значит, мои портфели. Я создал портфель за 810 евро за счет реинвестиций. И еще у меня один портфель за 270 евро. И еще один портфель за 810 евро. Еще один портфель за 2430 евро. И портфель красный за 7290 евро. Ну, для начинающих инвесторов лучшими портфелями считаются вот портфель красный за 7290 евро и портфель синий за 2430 евро. У меня вот 2, 3, 4, 5 портфелей на сегодняшний день будут приносить мне прибыль. Если у вас есть больше возможностей, вы можете инвестировать вот даже 5 миллионов евро. Можете инвестировать также 2,5 миллиона евро, 1 миллион евро. Или чуть пониже, допустим, 500 тысяч евро, 250 тысяч евро. И вот так вот сами выбирайте, на какую сумму вы можете, значит, себе позволить инвестиции. Ну, начинается все с самого малого, 90 евро. Это белый портфель, это пробный портфель, этот считаются пробниками. 90, портфель за 90 евро, портфель за 270 евро и портфель за 810 евро. Вот эти вот три портфеля, они пробники. Когда вы начинаете вот из этих примерно из любой этой, значит, тройки, выбираете сумму, которую вы можете себе позволить, инвестируете одну неделю, вторую неделю извлекаете прибыль, и когда у вас появляется уверенность, вы начинаете уже инвестировать больше. Или же, как я вам говорил, есть второй путь привлечения партнеров, стать рекламным агентом, и за привлечение компания вам платит очень щедрые бонусы. И так вы можете зарабатывать двумя путями. Как инвестор и как рекламный агент. Вот так, друзья. Друзья, я вам показал возможности, реальные возможности извлечения прибыли из имеющихся вами средств. А решение принимать, конечно, вам. Так что я вам показал дорогу, а идти вам по ней или не идти, решать вам самим. Но я думаю, вы меня правильно поняли. Примите правильное решение, разумное решение, и тоже станете инвестором.
Конечно, можно начинать с малого. Я вам показал тут такой начальный этап инвестора. Начальный этап пути инвестора. А можете вы инвестировать более крупную сумму и извлекать большие прибыли, чем и занимаемся мы в нашей компании. Также вы можете еще избрать и второй путь. У нас есть два пути заработка. Первый путь как инвестор, второй путь как рекламный агент. То есть мы являемся одновременно инвесторами компании Atlantic Global Asset Management и являемся рекламными агентами компании Questra World. И вот если мы как рекламный агент компании Questra World еще продвигаем нашу компанию на международном рынке, компания за это нам очень щедро платит. А как мы это делаем? Мы рассказываем своему окружению, какие есть возможности. Люди интересуются, начинают тоже становиться, как мы, инвесторами, и наша команда растет. За рост нашей команды, за рост объемов инвестирования нам компания платит очень щедрые бонусы. Я скажу, это очень внушительные деньги, внушительная сумма, о которых, конечно, будет отдельно другое видео. Итак, желаю вам успехов и процветания. Становитесь инвестором, становитесь рекламным агентом и живите свою жизнь в радости, не занимаясь физическим трудом, а занимаясь интеллектуальным трудом. Интеллектуальный труд, он более эффективный. Если вы примете решение становиться инвестором, то вот здесь внизу, внизу под видеороликом в описании есть ссылка для регистрации, есть инструкция, видеоролик на инструкцию, как зарегистрироваться. Регистрируйтесь, есть мои координаты там. Связывайтесь со мной, или я сам сразу же с вами свяжусь, когда вы зарегистрируетесь, оно у меня отразится в моем рабочем кабинете. Я с вами свяжусь, я буду вам помогать. Как говорится, за руку вас буду вести, чтобы вы стали успешным инвестором. Буду помогать вам развивать вашу команду.